Перед просмотром этого видео убедитесь, что вы не Костя Павлов, иначе у вас сильно бомбанет. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Костя. Если переставить буквы в слове Кости, получится Сяток. Давайте погуглим Сяток. Блоги. Кости Павлов блогер. Совпадение ли? Я так не думаю. Блог рифмуется со словом блог. Где можно найти блог? Правильно. В Майнкрафте. В Майнкрафт играют много людей. Люди. Кости Павлов человек. Совпадение ли? Нет. Что скрывает Кости Павлов? Давайте выясним. У человека два уха и два глаза. 2 умножить на 2 будет 4. 4 это число. Что можно измерять числами? Правильно. Количество. Что может иметь количество? Правильно. Кусочки сыра. Сыр бывает плавленый. Давайте погуглим плавленый сыр. Президент. Дмитрий Медведев был президентом. Если поменять буквы в слове Медведев, получится Павлов. Кости Павлов на самом деле Дмитрий Павлов.